изгнать чужаков с нашей земли. Мы Аль-Катала. Мы убийцы. Мы сражаемся без печали. Мы ведем войну без сочувствия. Только так живет. Так умирает настоящий солдат. Чарли, два главные, я их Эхо-3-1. Главный слушает. Вижу площадку. Наши парни прибыли вовремя. Понял, 3-1. Отряды Копье к бою готовы. Можешь начинать. Полковник, у нас проблема. Поздно, Ласвелл. Мы начали. Нет, пока я не скажу. 3-1, я хранитель. Как слышно? Резидент Ласвелл, слышу вас. Генерал Барков отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Нет гарантии, что российская армия не ответит. Я поняла, Алик. Найдите газ, захватите все машины Баркова и заводите ключи. Вас понял, справимся. Идем. Всем отрядам Копье пробиваться в точку. Понял. Выдвигаемся. Нам надо поторопиться. Люди Баркова сегодня перевозят газ. Каковы шансы, что мы наткнемся на генерала Баркова? Русского генерала тут точно. Осторожно. Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Слышу двух. Ищут нас. Два наемника, без формы. Ты что-то слышишь? Сейчас. Эй, кто здесь? Выйди, покажись! Значит, можно их снять. Все чисто. Понял. Вставайте на гребне, давайте осмотримся. Синий Викинг 5, я Эхо-3-1. Прошу поддержки. Ждите подтверждения цели. Понял, Лад-3-1. Викинг ожидает. Разведаем местность. Убедимся, что там нет России. Через главные ворота заезжает машина. Цели в зоне погрузки. Наблюдаю. Понял. КП – точка входа. Все цели наши. Машина поехала. Патрульная машина. Наемники. Охрана. Разрешенные цели. Российских военных там нет. Зови авиацию. Синий Викинг 5. Я Эхо-3-1. Солдаты на открытом пространстве. Южные ворота. Разрешаю атаку. Понял вас, 3-1. Цель захвачена. Атакую через 5 секунд. 5 секунд. Эхо-3-1. Цель поражена. Викинг уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше мы сами. Внимание! Солдаты противника. Их много. Подожди, пусть подойдут. Здесь люди. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Все, парим их. Чисто. Вперед. Кажется, кто-то играл с огнем. А нечего было химикаты распространять. Thank you.
Здесь огонь! Пожалуйста! Помогите! Добейте их уже! Туши огонь! Я пытаюсь! К двери! За мной! Мне платят, чтобы я воевал, а не пожары тушил! Пошли! О, чёрт! Элемента неожиданности у нас нет, парни. Так что глядите в оба. Будьте начеку, мы заходим вслепую. Газ! На втором этаже пулеметное гнездо. Он укрепился! Нужен подавляющий огонь! Прорываемся! Надо захватить газ, пока мы его не увезли! Он возле ящика ползет! Поднимайся туда и убей его! Попали в эту сволочь! Врача! Попался! Сервер! Пулеметчик убит! Молодец, Церо! Идем! 31! Быстро! Вижу врагов! Они уходят к складу! Они к западу от нас! Не вижу цели! Чисто! Там должен быть газ! Если мы не опоздали! Чисто! 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 Внутри могут быть химикаты. Надеть маски. Начали. О, они свет отключили. Включаем фонари. Темно, хоть глаз выколи. Слышите? Говорю вам, тот, кто вырубил чёрт. Вы это видели? Найти его. Он убит! Вот он! Движение на мостике! Чисто! Все чисто! Давайте включим свет и найдем этот газ. Понял, 3-1. А еще? Вот и свет. Есть электричество. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. Спецназ. Хранитель, я 3-1. Наемники Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Ответ отрицательный. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Как всегда, конец связи. Убедись, что это то, что нужно, и мы подготовим машины к выезду. Джекпот, вижу газ. 3-1, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу. Понял, выдвигаемся. Всем внимание, мы едем к точке эвакуации. Следить за секторами. Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Назад, назад! Я хочу.
Я помогу здесь. Это еще. Сиди, танцера. Нано Руси. Маринс. Амитар. Назим Митарак. Фарат. Фаратку. Дала. Хранитель, я их отрядил. Алекс, что случилось? Террористы. Убито много морпехов. Газ украден, нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь, мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь эта операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. Это мои морпехи. Нужна ударная группа. Это нецелесообразно. А это не тебе решать. Полковник, Ласвелл. Генерал, мои люди... Норрис, оставьте нас. Да, мэм. У нас проблема. Начальство Баркова отказало в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море, а химическое оружие черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Генерал, сейчас наше лучшее оружие — разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше. Джон? Ласвелл. Где ты? Я занят. У меня проблема. Русские? Уже знаешь. В руки к террористам попало химическое оружие. Они могут быть где угодно. Париж, Нью-Йорк. Лондон. Когда начнем? Мы уже. Сержант Герикс, прием. Герикс слушает. Высокий уровень угрозы. Вероятно, несколько террористов. Смертники или что похуже. А снайперы на позиции есть? Нет, сержант. Мы не можем зря тревожить публику. Террористы тоже это знают? Не превращайте Лондон в зону военных действий. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Справимся. Ну что, за работу? Принято. Сержант. Внимание, белый фургон. Все по описанию. Это они. Ворон, я Сабля. Машина движется на север. Выходим. Понял. Без необходимости в бой не вступать. Белый фургон, слева! На штурм, пошли! Они здесь, братья! Они здесь! Живее! Полиция! Стоять! Руки вверх! Быстро! Лечь на землю! Сейчас же! Ему терять не уходят! Пушка! Пушка! Нет! Чисто! Все! Руку убили! Суки! Убили его! Что за хрень тут происходит? На Пикадилли Сёркус взрыв! Стрельба! Ранены полицейские! Срочно врачей сюда! Твою ж мать, Кайл! Здесь они все. Твою мать! Аккуратно, я штат его попал! На то у нас чёрты! Куда? Стоп, я Альфа Виджи, подождите, 15! Мы под обстрелом на Пикадилли Сёркус! Нужна срочная помощь на Пикадилли Сёркус! Принято! Здесь опасно! Правительство принесло невинным людям Урзекстана одну лишь смерть. Спаси! Я не попасти его! Давайте позаботьтесь о них! Так точно, сэр! Раненые полицейские! Скоро на землю! Они стреляют из гранатомета с крыши здания НАТО! Я не могу отбавить!
Всем постам! Всем постам! Несколько атакуют! Вон, а еще один! Ворон, я сам лезу! Делай скачок, черт возьми! Армейская штурмовая команда оставлена! Время прибытия пока неизвестно! Выходим! Они бьют по гражданке! Всем постам! Подозреваемые заблокированы в здании танка. Возможно, там заложники. Держать периметр! Они отступают из здания танка. Еще один взрыв! Еще один взрыв! В аптеке! Всем отрядом! Только так! Ворон, я Сабля 2! В здании танка ранены полицейские! Ранены полицейские! Черт возьми! Свои, свои! Я понял. Оружие есть? Да, сэр. Капитан Прайс. Сержант Геррик. За мной. Надо проверить углы. Кто-нибудь! Заложники, кто-нибудь, наверху. Кто-нибудь, пожалуйста! Прошу, помогите! Сюда! Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Сержант, иди сюда! Помогите! Я не террорист! Всем постам! Тут человек с бомбой! Держи, я не хочу умирать! Я хочу домой! Не получается! Поможешь? Я хочу Пытаюсь. Девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас рванет! Не могу снять! Некогда! Помогите! Помогите! Да, нет! Всем постам. Бомбы больше нет. Выходим, готовьте врачей. Сохранять спокойствие. Мы вас выведем. Ты цел? В норме. Идем. Ты сегодня спас людей, сержант. Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. С такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Гарик, ты со мной. Ответственность взяла Аль-Катала. Но приказ отдал Волк из Рузыкстана. Там Алекс ищет украденные химикаты. Ему нужна будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира Карима? Мы знакомы. Сошлитесь на меня, а то его убьют. И что передал капитан Прайс? Командир Карим, меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Так поступает только Аль-Катала. Люди Баркова не различают Аль-Каталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Аль-Каталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу?
Или Америку. Мы с этим каждый день живем. Командир, уже пора. Кто это? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ? Он работает с капитаном Прайсом. Так вы убиваете людей Баркова? Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра командир. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзекстан. За мной. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Как? Взрывчатка. Это их отвлечет. И оттянет охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Если увлечься, можно потерять и себя. Готовься к атаке на базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Взрывчатка с удаленным подрывом. Спасибо. Присмотри за сестрой. Удачи. И тебе. Здравствуй, Тарик. Сюда. Скорее. Американец. Он надежный. Вот, Алекс. Надень. Как я выгляжу? Сойдет. Тарик, какие новости? Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. За мной. Тебя езды сегодня не будет! Главнокомандующий на этой территории. Я ничего не крал! Пожалуйста! Войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень строго. Прибывают офицеры. Сам Барков будет? Вряд ли. Он прячется, пока другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Наказание. Мужчина работать! За то, что женщины к машинам! Здесь мы разделимся. Делай, что скажут, чтобы не выделяться. Иди через главную дверь. Я найду тебя на той стороне. Несмотря на мою щедрость и технику, в Урзекстане еще остались те, кто отвергает путь, ведущий нас всех к безопасности, миру и процветанию. Не двигаться! Я прошел. Иди налево, по переулку. Видишь того солдата? А ну, стоп! Нет, нет! Пожалуйста! Убери его. А ну, сюда! Быстро! Береги себя, сестра. А ты находчивый. Хорошо. Я поставила дальше своих людей. У них будет для нас взрывчатка. Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр. Используй его как глушитель. Поищи в гражданских машинах. Я пригляжу за охраной. Да, подойдет. Хорошо. Возвращайся и заходи справа. Миша, прямо молчат. Тогда води его от дома к дому. Мы за неделю их найдем. Не,
Бери двоих, остальных сниму я. Бега! Какого черта? Чисто. Не шуми. Стой. К двери не подходи. Осторожно. Могут быть растяжки. Взял на прицел? Ага. Займись двумя, я беру на себя третьего. Дверь в задней комнате. Чисто. Сюда. Жаль твоих связных. Взрывчатка у нас. Их жертва будет не напрасной. Спрячь оружие. Мы выходим наружу. За мной. Я проведу. Если идете против генерала Баркова, из вас делают пример для остальных. Сын. Пожалуйста. Ей просто стоит. Я сам вижу, что с ним. Ты понимаешь, почему мы это делаем? Они повешены, потому что не подчинились нам. Теперь смотрите на них. Идем дальше. Видите? Если вы нас слушаете, это же военное преступление. Наказание за украденный газ. Мы уже договаривались об этом. Барков хочет преподать урок. Что мы можем сделать? Выполним свое задание и положим конец жестокости Баркова. Барков посылает вертолеты. Мы их сбиваем. Сюда прибегают солдаты с базы. Что даст нам возможность атаковать? Да, ставь взрывчатку на вертолеты. Я тебя прикрою. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Стой! Там охранник. Наверху лестница, слева. Зоркий глаз. Я прикрываю. У тебя кошачья реакция. Вообще-то я собачка. Заряд заложен. Вот теперь они отвлекутся. Так и надо. Теперь к следующему вертолету. Преступники и террористы. Я у цели. Разрушают эту страну. Ты знаешь, что делать. Но сегодня Узбекистан истекает кровью. Страна потеряла слишком много славных сынов. Преступники и террористы. Разрушает эту страну. Алекс, ставь перчатку. Заряды заложены. Мы им покажем, что будет. Иди ко мне. Кто не подчинится мне. Со своими самыми верными и послушными сыновьями. Подрывай. Внимание. Принять, Алекс, здорово. Теперь сюда. Налево. Смотри, сработало. Туда бегут солдаты с базы. Так, машины не защищены. Теперь давай, подорвем. Там еще враги. Не отставай. Прощальный подарок по случаю их возвращения. Какая щедрость. Жаль пропускать шоу, но нам пора начинать атаку, пока не поздно. Следующая улица выведет нас обратно в тоннели под дом Тарика. Вот черт! Сейчас будет взрыв! Направо, Алекс, направо! Твою мать! Окно!
Фара, это что еще такое? Ложись. Не шевелись. Они могут быть где угодно. Не двигай головой. В этот раз до них дойдем. Все, можно. Сними двух левых. Молодец. Тоннель, быстро. Там могут быть еще враги. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал. Стой. Черт, у Тарика открыта дверь. Где Тарик? Мертв. Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли. Чисто. Давай спускаться. Пойдем к Хадиру. Вы потеряли хороших людей. Какова цена войны? Мы должны захватить авиабазу, чтобы их смерть не была напрасной. Нас ждет трудный бой. Их тоже. У Хадира есть план. Ты теперь у меня, Алекс. Я устроил лавочку у базы Баркова. Следить за этими гадами. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. Я говорил, у нас свои способы. Гранат нет, мы импровизируем. Неплохо. А ты думал, мы камнями и палками воюем? Лейтенант, это для адской пушки. Быстрее, брат. Так точно. Барков понимает только насилие. Я покажу ему насилие. У Баркова есть авиация. И мы обзавелись. Радиоуправляемый, со взрывчаткой. Отлично, запускай вторую, как прорвемся. Мы готовы? Да, командир, полетели. Готов. Лейтенант, авиабаза прямо по курсу. Вижу площадку. Отрезайте вертолет. Готовься. Целься вертолет. Отлично, полетали. Спускаемся к ним. Периметр авиабазы прямо. Вторая команда прикроет нас из пушки. Храните. Я Эхо-3-1. Местные войска идут на авиабазу Баркова. Прошу поддержку с воздуха. Поняла вас, 3-1. Отправляю к вам непомеченный борт. Ждите. Понял. Готовьтесь. Мы атакуем их оружейные, забираем оружие и захватываем аэродром. Братья и сестры, мы сражаемся за Урзыкстан, за нашу страну. За Урзыкстан! За Урзыкстан! Пушка, огонь! Я их слышу! Алекс, открывай дверь! Прикройте его! Надо дождаться подкрепления! Можно же сдаться! Иди вперед, Алекс! Мы тебя прикроем! Заперто! На крыше есть люк! Алекс, помоги подняться!
Спрыгай! Сюда, Алекс! Раз, два, три! Последнее оружейное захвачено. Идите ко мне за припасами. Скорее! Подкрепление уже на подходе! Они отрубили свет! Нас скоро прижмут! Не открыты! Мне пришел конец, тварь! Гори, суки! Эхо 3-1, Гадюка 1-1 на подходе. К бою готовы. Сообщите свою позицию. Гадюка, я 3-1. Черт, как же я рад вас слышать. В ангаре наши. Их обстреливают с площадки. Разрешаю вам атаку. Понял вас, 3-1. Гадюка на подходе. Вижу цель. Я пошел. Ракеты пошли. Готовы. Есть, есть, есть. Ракета на готове. Вынеси их в бронетехнику. Бронетехника врага уничтожена. Теперь перестрелять пехоту. Нас целится парень с РПГ. Убейте его. Инферно готов. Все цели уничтожены. Врагов на площадке не наблюдаем. Прием. Понял вас, Гадюка 1-1. Атака закончена. Спасибо за помощь. Не теряйте. Ни за что, Федя. Даже не сомневайся. Конец связи. И правда умеешь убивать. Только плохих. Сегодня Рузыкстан одержал великую победу. Спасибо, брат. Мы сработались. Да. Мы выиграли время. Но Барков еще вернется. И мы тоже. Алекс и силы командира Карим уничтожили передовую базу генерала Баркова, временно ограничив возможности вражеских ВВС в Урзыкстане. Надо действовать быстро. Сержант Герик, благодаря вашей информации, мы отследили ответственную за атаку на Пикадилли ячейку Аль-Каталы в Северном Лондоне. Три отряда САС проникнут туда, отработать информацию. Если Волк захватил украденный русский газ в Урзыкстане, его надо найти. Внимание! Там могут быть некомбатанты. Действуйте осторожно. Начинаем. После атак они проведут операцию на востоке. Разберись, Волку. Я верю. Твою мать! Готово. Альфа-3, вхожу через парадную дверь. Захожу на второй этаж. Что ты делаешь? Давай поговорим.
Цели за дверью. Противник уничтожен. Второй этаж захвачен. За мной. Браво 6, иду на третий этаж. Этаж захвачен. Собраться у лестницы. Я помогу. Браво 6. Иду на четвертый этаж. Они тебя убьют! Задался. Я не могу подвести волка. Хотя я помогу. Я не хочу жить, если тебя убьют. Они здесь. Отпусти меня. Осторожно! Нет! Руки вверх! Быстро! Пожалуйста, нет! Не двигаться! Берите их! Пожалуйста! Ребенка успокойте! Готово. Последний этаж. Веди. Забирайте братьев живьем. Лежать, лежать! Не стрелять! Пожалуйста! Они не двигаться! Хотели убить меня! Они забили Вали. Меня! Чисто. Всем отрядам здание захвачено. Собрать информацию. Понял, босс. Принято. Обыщи тут все. Что-нибудь найдешь. Охренеть. Она тянулась за детонатором. Хорошо, что мы ее сняли. То есть мы не ошиблись, сэр? Ну, а то. Мы теперь знаем, где волк. Чердак дома, где пряталась Алькатала, оказался золотой жилой. Кажется, мы нашли волка. Мы отследили, с кем они выходили на связь. След ведет в больницу Рамаза в Урзыкстан. Считается, что именно там прячется главарь Алькаталы. Силы Фары будут отслеживать активность террористов в больнице. Для наступления на комплекс можно задействовать отряд морпехов. Эхо-3-1 захватит волка, чтобы допросить его об украденном русском газе. Командир, Алькатала устроила стрельбу в больнице. Теперь все снова тихо. Поняла. Держи нас в курсе. Мои солдаты подтвердили, больница в осаде. Алькатала прячется за спинами гражданских. Защищают кого-то. Или что-то. Чем больше мы выясним. Все чисто, сестра. Хадир мой лучший снайпер. Ты можешь ему доверять. Как и другим бойцам. Морпехи хотят крови. Они пойдут на острие атаки. Я же говорила, что мы поможем. И ты держишь обещание. Я это делаю не потому, что обещала. Захватчикам моей страны наплевать на наши жизни. Газ убивает все живое, даже растения в наших садах.
Если ты так ведешь бой, ты мой враг. Исключение? Нет. Аль-Катала очернила имя моего народа, и мы заплатили за их преступление. Волк должен быть наказан. Ты должна присутствовать при его передаче Прайсу. А ты? Куда пойдешь, когда все закончится? Туда, куда пошлют. А выбор есть? Не особо. Поспи. Завтра важный день. А твои люди и ты? Мы будем здесь до рассвета. Я прикрою угол. Больница в конце дороги. Полкилометра. Я пойду с морпехами. Эхо 3-1. Сержант Грикс. Он самый. Просто Алекс. С местными нельзя. Это не я решил. Вы Карим? Именно. Ха. Отлично сработали с русскими. Общие друзья и враги. Удачи. Давай, до встречи. Рад стараться, сержант. Что слышно от демона? Ничего, сержант. Проверить ту комнату. Понял. Камера готова. Твои люди тебя не спасут. Вас послали сюда убить меня, но умрете вы, потому что бомбите нас. Идете войну чужими руками. Что видишь, Триадин? Пока ваши ракеты и пули убивают наших людей, мы будем резать ваши глотки своими ножами. Как обстановка? Вижу волка и трех заложников-морпехов. Он их убьет, надо идти на прорыв. Сволочи. Заходи сзади, главная дверь моя. Алекс, бери обход. Найди обход. Принято. Рикс, мы идем внутрь. Жди. Стоп! Демон готов. Бери этого зверя живым, Алекс. Не стреляй. Просто выруби. Чисто! Все, братишка, все хорошо. Все нормально? Да, Грикс. Амар Суламан, теперь вы под арестом у этого отряда войск спецназначения. Выполняйте мои приказы, иначе вам конец. Отлично. Всем демонам морпехи освобождены. Волк в мешке. Тащим в посольство. Эхо на третьем этаже. Жду встречи. Основная точка входа свободна, но это явно ненадолго. Понял. Сажусь через 3 минуты. Конец связи. 3 минуты. Через 3 минуты мои люди будут внутри. Они вас всех убьют. Я решил взять тебя живым, но я могу и передумать. Вы не того взяли. Врешь. Расскажи им, что сделал. Не мы украли газ. А кто? Очень опасный человек. И где он? Если бы я знал. Мясник снаружи. Они сожгут город, если нужно. Спасайся, дочка. Пойдем к нам. Не говори с ней. Эй, давай полегче там. Я ведь тебе не дочь, старик. Я веду солдат. Ты учишь убийц. Мы все здесь убийцы. Нет? Они прорвались. Уходим быстро! 3-1, Е-2-6, стрельба, защищаю объект, сообщу.
Браво готов. Меняйте позицию, готовьтесь к эвакуации. 30 секунд. Понял, 30 секунд. Передним воротам движется большая группа неизвестных. Там внизу Алькатала. Они прорвали периметр. Сажай на крышу. Нужно быстро добраться до эха. На них там толпа валит. Отстрелен из звездного калибра. РПГ! Солнце задним толпи. Солнце убили. Мощность вверх. Держи их шаг. Цел? Я в норме. Эхо 3-1, эвакуация провалена, упали на крышу. Понял. Что теперь, капитан? В подвале есть убежище. Иди туда, мы за тобой. Понял, выходим. Нужно добраться до убежища раньше Алькатала. А гражданский, сэр? Алькатале нужен волк. И нам тоже. Это не учебный шпион! Отлично, вы здесь. Через 5 минут они все закончат. Как я могу помочь? Найдите оружие. Заблокируйте дверь. Вы же отряд для эвакуации. Мы не к вам. Вы! Откройте дверь. Запрете. Ноль шесть. Я Эхо 3-1. Бог под охраной в подвальном убежище. Внимание! Минтим снаружи. Желтая рубашка. Я его вижу. Они прорываются внутрь. Нужна новая точка эвакуации. Понял. Сэр, надо их атаковать. Отставить. Будут по эту сторону стекла, доберутся до волка раньше нас. Все ясно? Да, сэр. Отлично. Веди. Ты, открой быстро! Все назад! Нам нужен только волк! Можно обойтись без смертей! Где ключ-карта? У меня! А ты, капитан? Что, дашь им умереть? Папа, папа! Крик! Да. Спаси ему жизнь, сержант! Пошли, сержант! Отдай волка! Милосердие, слабость! Подгоните машину! Эй! Мы его найдем. Будь уверен. 3-1. Противник на подходе. Как эвакуация? Здание заблокировано. Отсюда не выйти, капитан. Идем в подвал, Кайл. Веди. Заперто! Я открою. Предупреждаю, рядом с убежищем враги. Мы займемся. Не надо, не Юда! Три, один, мы здесь. Фара, все воюешь за правду? Да, капитан. Посол еще внутри, он в ловушке. Следи за ним, может, он нас выведет. Хадир, спасибо. Рад видеть, сэр. Амар Сулейман. Мы встречались? Тогда ты был на нашей стороне. Волк сражался за свободу? Как и сейчас, брат. Капитан, люди мясника приближаются к послу. Кайл, за камеры. Выведи посла в безопасное место. Задние двери откроем его ключ-карты, остальные за мной. Господин посол, слышите меня? Я запру дверь. Стойте, прячься! Посол! Где начните? Черт! Капитан, посол убит, но я могу вывести оттуда его помощника. Давай! Алло! Алло, вы меня слышите? Алло? Я сержант Кайл Геррик. Стейси Дэвидсон. Делайте, что я скажу, и мы сможем вас вывести. Возьмите ключ-карту посла и идите к двери.
Колонна. Иду. Где он? Где волк? Вот он, сраный мясник. Я не знаю! Помогите, пожалуйста. Не ври мне. Волк здесь. Говори, где он? Я просто аналитик. А теперь куда? Кто-то другой. Кто-то другой знает. Идите к полке. У меня нет кого-то другого. У меня есть ты. Теперь в тот кубикл, бегом! Боже мой, Адам! Нет, нет! Адам! Стэйси, возьмите телефон! Стэйси! Надо тебя вывести! Черт возьми, Стэйси, оставьте его! Прости, Адам! Стэйси, не кричите! Не двигайтесь! Я хочу домой! Я тоже. Мы вас выведем, Стэйси. Уже скоро. Он ушел. Скорее в кубикл! Черт, черт, черт! Так, следующий кубикл. Вперед. Выход блокирует охранник. Вам придется его отвлечь. Что нужно делать? Идите к Шреддеру. Теперь включите его. На другой конец. К выходу! Бегите! Назад! Охренеть! Охренеть! Выводи! Сержант, она у нас! Встречаемся на парковке! Вас понял, босс. Внимание всем! Посольство потеряно! Морпехи готовят точку сбора в резиденции посла! Говорит капитан Прайс, САС. Мы пробиваемся к вам. Вас понял, капитан. Мои морпехи за вами присмотрят. Эрик, мы уходим. Понял. Хадир, следи за Суламаном. Капитан. Каков план? Встретимся с морпехами у южного комплекса. Где комплекс? Недалеко. Через переулок за улицей. Идем туда. Давай, Гарик, открывай. Вот. Спасибо, сержант, вы мне жизнь спасли. Ключ-карта может спасти всех нас. Приготовиться. Ожидайте столкновения. Они здесь. Контакты раскрылись. Выдвигаемся. Эрик, используй ключ-карту. Впусти нас. Это Браво-6 и САС. Мы снаружи. Не думал, что вы целы. Нам нужна безопасная комната для пленника. Есть, сэр. В жилом здании есть комната. Идемте. Вот, подойдет. Охраняйте как следует. Мы вернемся за ним. Я здесь не останусь. Но мы еще встретимся, брат. Нет, 06, мы не можем рисковать еще одним бортом. Кейт, дайте хоть что-нибудь. Мы тут будем воевать со всем городом. Рядом есть один дрон, но ему нужна дозаправка. Надолго дать не смогу. Хотя бы его! Конец связи. Алекс, Хадир, на север. Прикройте ту крышу. Кайл, Фара, вы со мной. Есть, капитан. Жду тебя, Кайл. Тут на станции дрон. Сержант, пометь цели. Надо забирать волка и уходить с точки. Отставить. Мы защитим эту позицию и пойдем воевать дальше. Бросить наживку? Если придется. Право, срочно нужен дрон. Понял, иду. Крыша, скорей! Молодец! Вперед! Побереги! Сюда, сюда! 0-6, Ягуар 4-1 на базе, к заданию готов. Жду вашей команды. Отклоните его! Эрик, пусти на стол здание Хеллфайр! Поверь его лучом! Прямое попадание. Есть! Ракета пошла. Есть попадание. Долго. Жилое здание! Убежище с волком! Быстро! Всем вернуться в жилое здание, пока они не освободили волка! Отходим!
скорость полка! Другого пути нет! Боб там! Нет, нет! Нет, нет! Бежим, Герик! Стейси, уходите оттуда, скорей! Верзайл, помогите! Чисто! Все чисто! Его нет. Пробили стену. Твою мать! Он у них капитан. Мы его найдем. Хадир, выводи отряд на перекрестке. Бери все, что есть. Да, сестра. Какой план, Фара? Волк сейчас с мясником. Их укроют ячейки в городе. Браво устроит обход, зачистит местные дома. Мои люди вам помогут. Если попытаются уйти в горы, туда только один путь. Тарик Альмоут. Дорога смерти. Люди Баркова бомбили ее при вторжении, убили тех, кто пытался бежать. Там у перекрестка есть деревня. Я отправила Хадира и его бойцов готовить засаду. Мы с Алексом присоединимся к ним, займем огневые позиции над дорогой. Будем ждать волка. Там внизу шоссе. Хадир подготовил подкрепление для засады на волка. Тут мы легкая добыча для русских. Да, времени мало. Люди Баркова пойдут на охоту. Он потерял контроль и захочет его вернуть. Стой здесь! Идем. Выйдем на перерез волку. До войны здесь жили люди, слышался смех. Смех — лучшее лекарство. Рассмеши меня. Что общего у агента ЦРУ и собаки? Что? Могут сесть на хвост. Неплохо. По-английски смешнее. Ты сказал по-английски. Далеко не убирай. Слушаюсь! Хадир занял для нас возвышенность. Мой отец называл Хадира Шабал, мой львенок. А что с ним стало? Он умер, сражаясь. قوات القتلة الخاصة أدمين سيدتي. Держи нас в курсе. Алекс, сюда. Хадир ждет нас. Я сказала ему привезти все, что есть. Алекс, посмотри. Под 338 Лапуа. Броню берет на 600 метрах. Лично собрал. Возьми, пожалуйста. Шикарный ствол, брат. Защищай ее ценой своей жизни. Она сделает то же самое. Спасибо, Хадир. В самый раз для такой дистанции. Я буду наводчиком, Алекс. Мы теперь братья. Не подведи меня, Алекс. Смотри через прицел. Наведем тебя на цель. Русский БТР на северо-западе! Алекс, надо остановить их! Так держать, Алекс! Отлично! Так держать, Алекс! Будут за ним прятаться! У меня в машине есть еще оружие! Алекс, за мной!
В моей машине полно взрывчатки. Очень мощные взрывчатки. Пора ее использовать. Открывай задний борт. Я прикрою. Русский газ. Да. А теперь мы вернем его в арком. Внутри противогазы. Скорей туда. Кадир, это что? Я врага, его же оружие. Что? Нет, если они могут его использовать, то и мы тоже. Сестра, внутрь. Сестра! Отойди! Как ты мог так поступить? У нас не было выхода. Поздно играть по правилам. Нет, так нельзя. Сестра! Сестра! Алекс! Послушай меня. Я украл газ у русских, чтобы помочь нам. Только помочь! Скажи, Флори. Скажи ей, Алекс. Пойду первым, проверю, все ли в порядке. Ты будь за мной. Да, папа. Хорошо. Нет, сыночка. Делай, что скажу, и все будет хорошо. Все. Пойдем. Сюда. Идем, солнышко.
мной, моя храбрая девочка. Прикрой рот, Фара, это я! Не вдыхай его! Скорее, Фара, мы дома! Фара, газ убьет нас! Иди сюда! Хадир! Хадир! Папа! Я слышал бомбы! Я закрыл окна, как ты и сказал. Молодец, Хадир, пока газ не опасен. Идемте со мной на кухню, оба! А где мама? Мне жаль, мальчик мой, но она не придет. Зачем они это делают, папа? Они думают, что мы помогаем повстанцам. Возьми противогаз. А для Фары есть? Я помогу твоей сестре. А ты возьми себе. Вот, возьмите телефоны. Если разойдемся, звоните. Так, мы перейдем мост и уйдем в горы. Там мы будем в безопасности. Идем. А если нас поймают, папа? Тогда вас заберут и посадят в тюрьму. Я не хочу уходить. Так, послушай, я знаю. Мы вернемся, обещаю. Хадир, будь сильным ради сестры, хорошо? Помни о маме и сохраняй холодный рассудок. Тогда мы выживем. Понимаешь? Да, папа. Дети, когда выйдем наружу, будьте рядом, хорошо? Папа! Скорее прячься за мной! Пожалуйста. Тут никого. Тут только мои дети. Пожалуйста. Папа! Бегите! Прячься! Твою мать! Сука, говна кусок! Дерьмо бестолковое! Доложи обстановку. Доложи обстановку. Я обыскиваю дома. Нашел ребенка для генерала. Убить его? Нет, тащи его к машинам. А сюда машину подгоните? Нет. Почему? Так приказано. Что, на руках дотащишь? Тогда я только одного принесу. А их у тебя несколько? Нет, но как теперь искать? Будет живым щитом. Снайперы там есть? Сообщают, что есть. Где? Ты ребят принеси, а остальных убей. Понял, отбой. Козел. Смотри, что ты своей ногой сделала, сука! Прять меня, малолетка сраная! Чертова крыса! А ну вернись! Не убегай от меня! Вот ты где! Не убьёшь, сука! Убить меня! Забей её! Режь его, Фара! Убей! Отлично, Фара! Живая сестра! Получается! Помоги! Я сверну твою тощую шею! Не бойся, мы вместе.
Давай, Хила, обыщем. Есть. Возьмем его винтовку. Он слишком тяжелый. Идем, надо уходить. Папа? Хорошие мои. Тебе надо встать. Я не могу. Не могу пойти с вами. Что же нам делать? Выживать. Любой ценой. Не отступать. Прощай, папочка. Я тебя люблю. Я не достаю до замка. Заело. Попробуй его отломать. Ты сможешь, сестра. Подожди. Провожу подсчет. Пригнись, иди, иди ко мне. Начальник, у нас пропал боец. Если шуметь, кто? Сможешь пропасть. Мне начальник. Как вы его упустили? Он же размером с танки. Возьми двоих и прочитай. Я думаю, они нас не видят. Из этого дома. Ха, командир. Вот уже пропал боец. Здесь пока не найдем. Брат, нам надо идти. Это нечестно. Они убивают всех подряд. Впереди солдат. Рядом, ладно? Все нормально. Идем. Понятно? Убить их! Их телефоном. Не попадись. Не попадусь. Эй, посмотрите, остальные. Я нашел револьвер. Ага. Сам он и пальцем не пошевелил. Ты где? Я вот тут. У тебя же есть пистолет. Но не такой. Классно. Слышишь? Проверь. Мне нужно как думаешь, оружие. Что это было?
без понятия. Животное? Не похоже на животное. Сверчок, наверное. Сейчас день, они ночью поют. Может, газа нанюхались? Может, дыхание? Найди! А! Лука! Нет! Ты спасла нас! Давай выбираться! Давай выбираться! Я поведу! Возьмите его! Пусти! 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 Держи! Нет! Отцепись! Фара! Так это вы, эти дьяволята, что убили моих солдат? Отлично. Фара! Все в порядке, все в порядке. Где он? Где он? Ушел, Фара. Кадир! Фара! Кадир! Все! Террорист! Хватит, Фара! Где ты? Хватит! Пес, ты паршивый! Это был Кадир. Кадир все украл. Простите, капитан, я не знала, я не знала. Не волнуйся, Фара, мы его найдем. Надо сваливать отсюда! Быстро! Брат всегда хотел сражаться без правил. И теперь нарушил их все. Пошел на север. В предгорье его забрали бойцы Алькаталы. Добровольно или силой? Мы не знаем. Мне жаль, Фара. Твой брат... террорист? Американский агент, который находится либо у них, либо с ними. Хадир не против нас сражается. Он мог бы убить всех вокруг, когда украл газ, но не стал же. Откуда ты знаешь? Я был там. Хотел остановить. Почему мне не сказал? Мы думали, это Алькатала. Не знали, что это он. Теперь знаем. И сегодня мы пойдем за ним. И я с вами. Выслеживать брата? Он мне не брат. Теперь уже нет. Барков объявит за него награду. Нам надо найти его раньше. Любые осложнения приведут к войне с Россией. Значит, без осложнений. Это плохая идея, Фара. Мы всегда заботимся о своих. Это не всегда так. Но не здесь. Фара нужна в команде. Это не просьба. Так. Даю разрешение на ликвидацию. Всем вам. Теперь инструктаж. На фото видно, что Хадир завладел остатками украденного газа и затем вышел на контакт с самым жестоким боевиком Алькаталы – Мясником. Разведка смогла отследить машины до жилого комплекса в горах Акрус. Считается, что там находится убежище Волка. Алекс и Фара будут на позиции для дополнительной зачистки. Браво-6 поведет отряд на поиски химикатов, поиски Хадира и ликвидацию Волка. Прищучим эту сволочь. 3-1, я главный. Будьте рядом, ждите запроса. Понял вас, главный. Ожидаю. Я транспорт 1. Наблюдаю цель. Буду через 15 секунд. Вас понял, первый. Грешник 1, видите наблюдение? Понял. Грешник ведет наблюдение. Движение.
все чисто. Мы 2-4 и 2-6. Будем здесь. Заряд установлен. Есть проход. Дверь — наша точка входа. Спереди справа чисто. Левая дверь ваша, сержант. Стена пробита, заходим сзади. Я 6-3, у задней двери, первый этаж чист. Понял, идем к вам с другой стороны. Сержант, может вырубим свет, пусть им будет темно. Выключаю свет. Второй этаж, за мной. Стойте здесь. Поняли. Веди. Идем на второй этаж. Движение. Слева у двери. Минус два. Проверяю слева. Руки! Руки! Всем внимание, у меня одна женщина. Вас понял, капитан. Смани халла. Халла кхэр. Лазим нестаслим. Все чисто. Один убит, один неизвестный. Понял, выдвигаюсь. Мафи хада тани. Мамин рахит! Слева, слева. Захожу внутрь. По нулям, объект не обнаружен. Понял тебя, Кайл. Парни, включаем свет и начинаем обыск. Всем подъем. Отряд «Браво», собраться на первом этаже. Иди, накопить электровки. Бумаги в коробке. Мы не опустим руки. Никак нет, надо поговорить. Отдайте его! Немедленно! Мама, беги! Послушай. Мой сын. Спокойно, отпусти его. Отдайте мне моего сына. Спасибо. Не бойтесь, мы вас защитим. Где волк? Чайхана. Под землей. Спасибо. Запри их. В чайхану, за мной. Всем отрядом, «Браво» выходит в чайхане на повторную зачистку. Канели, открывай, Кайл. Да у нас тут дыра. Всем отрядом, во втором здании тоннель, иду туда. Так, полезли. Я поведу. Удачи. Мы за тобой. Контакт! Смертник! Право 06, я эхо 3-1. Тоннель обрушился. Прием. Мы отрезаны. Лишь мы с тобой. Ах, как в старые времена. Да. Но мы не одни. Мы теперь в логове волка. Здесь растяжки. Пригнись. Обезвредил. Забери гранату. Кажется, можно проползти. Зачем ты привел ее сюда? Я пришла сюда сама. Уходи. Ну, я не смогу тебя защитить. Идем с нами, Хадир. Нет. Теперь уже поздно. Покажи свое лицо и умри! Фара, прошу. Эти люди просто хотят нам помочь. Ты лжец и предатель! Ошибаешься. Вот увидишь. Хадир. Хадир! Хадир!
здесь край. Осторожно. Все нормально. Спускаюсь к тебе. Нет, иди за Хадиром. Я найду путь наверх. Осторожнее там. Сотворный мир. Разумеется, это не так. Сюда. Твоя работа. Вы проделали... Так точно. Большой путь, но здесь ничего нет. Это волк. Впереди. Иди. У вас есть только я. А я просто борюсь за свободу. Таймер, поиск смертника. Выхода нет. Это конец. Твоему брату нужна была помощь. У него большие планы. Убив меня, вы его не остановите. Даже я его уже не остановлю. Слишком поздно, командир. Детонатор! Отсчет идет. Обезвредим. Алекс, помогай. 20 секунд. Действуй в точности по моей команде. Режь провода. Готов. Зеленый. Через 3, 2, 1. Режь! Зеленый, дальше. Желтый. Через 2, 1. Режь. Желтый. Последний. Красный. Красных 2. Верхний. Через 2, 1. Давай. Есть. Готово. Отлично. Это все ты. Спасибо. Где научилась? Многолетний опыт. Да уж. Всем, я ЭХ-3-1. Передаю вслепую. Джекпот. Главная цель уничтожена. Алекс! Раз уж не я. Хорошо, что это был ты. Жаль, что его не убить дважды. Ну, бывай. Хотелось бы отпраздновать, но, боюсь, с банкетом придется подождать. Хадир с друзьями уже в пути. А где они? Терпение. Может, они не друзья? У генерала другое мнение. Норрис, я же тебя просил. Скажи им, Ласвелл. Или я сам. Командование официально сменило статус сил Фары. А может, переведете это на английский? Они теперь в списке. В каком списке? Международных террористов. Я приказал своим орпехам считать армию Фары врагами. Что? Они наши союзники. Теперь уже нет. Держите своих мальчиков на коротком поводке, полковник. Иначе что? Иначе я вас на нем повешу. Кейт, этим людям нужна наша помощь. Мы ничего не можем сделать. Очень даже можем. Я сам буду решать, кто мне друг. Алекс, не надо. Я возвращаюсь в Урзыкстан. Останусь в армии Фары. То, что вы делаете, незаконно. Да, в общем, все, что мы делаем, незаконно. Только хорошее. Я по-прежнему друг. И я. Спасибо вам. За все.
это еще не конец. Поверь мне. Конечно, верю. Фара, сестра, проснись. Хадир, это ты? Да, я, покажись. Сколько ты уже в одиночке? 10 дней. Тебе плохо? Без еды и воды. Сестра. Ничего, я выдержу. Зачем они разместили нас рядом? Хотят меня расколоть. Сперва пусть убьют меня. Нет, Хадир. Ты нужен мне живым. Смотри. Я украл ключ. От чего? Мы это выясним. Вот, возьми. Лови. Есть. Отлично. Спрячь его. Генерал Барков идет. Он знает о сообщениях. Знает ли он, что ты Карим? Разберемся. Хм. Гляньте, воссоединение семьи. Как мило. Что, хватит? Так скажи правду. Ведите его на склад. Пусть заговорит. Это я сам займусь. Назад. Двери. Руки от нее убери, больной урод! Я убью вас! Надеюсь, вы хорошо пообщались с братом. Не факт, что еще увидитесь. Заткнись и иди в угол. Не смотри на меня, Фара! Если хочешь убежать, скоро ты об этом забудешь. Смотри на меня. Как же жарко в этой богом забытой дыре. Ты, наверное, хочешь пить? Хочешь? А все. Принесу тебе воды. Двери! За мной. Сюда. На стул, Фара. Тебе не сбежать, Фара. Никто тебя не спасет. Здесь командую я. Я могу сделать твою жизнь гораздо, гораздо проще. Ну, расскажи мне о Кариме и неотправленных сообщениях. Иди в жопу. Следи за речью, девочка. Я был терпелив, теперь не буду. Не теряй сознание. Видишь брата в последний раз. Он даст тебе попить. Старайся дышать. Нет. Отлично. Дыши, Фара. Ты сможешь. Я думал, ты хотел увидеть брата. Соберись! Еще! Вот молодец! Набери воздуха, Фара! Не отключайся! Я разочарован, Фара. Еще раз. Кто такой Карим? Да чтоб тебя. Какая грубая девочка.
Заводи! Я нашел одну из твоих сестер. Я ничего не сказала. Все хорошо, Азада. Тихо! Нет, она не опасна. Нет, пожалуйста! Нет! Уберите это. Да чего ты меня довела? Ты должна быть голодна, Фара. М? Поешь? Поговорим. Ты думаешь, это игра? А? И ты можешь выиграть? Игры кончились. Твой брат украл у меня ключ. Где он? Ты ключ потерял? Один пропал. Но есть другие. А что он открывает? Умный себя считаешь. Карим. Да, я знаю. Давно знаю. Где ключ, который украл твой брат? Какой ключ? Который ты прячешь. Эта страна – настоящий рассадник терроризма. Я пришел, чтобы нести закон и порядок. И ни один террорист не причинит зла моей стране. Я защищу Россию. Тихо. Что, черт возьми, происходит? Убейте всех, заприте их на складе, сожгите его дотла. Ты не спасла своих людей, Фара Карим. Ты их убила. Вертолет мне, быстро! Все к бою, мне, к бою! Сидят свободно, не туго. Хорошая заточечка. Отлично. Камни. Да, сработало. Можно подставить стул, чтобы залезть туда. Приказ генерала. Я заберу бунтарку из подвала. Быстрее. Потом заберем других наверху. Кто передвинул стул? Двери камеры открыты. Твою мать, она сбежала. Барков тебя убьет! Почему меня? Эй, ты там? Где ты? Я иду, сестры. Сюда! Сестры! Ты сбежала! Так и знала. Спасибо, сестра. Фара, идем! Оружие здесь! Спасибо, Хадир. Барков убил Тамазаде? Да, убьем его. Охранники возвращаются. Скорей, устроим засаду. Как? Целься и стреляй, пока не упадут, как мы и говорили. Сестры! Барков запер остальных на складе. Скорей туда, пока они еще живы.
бессмертного пса! Освободим остальных со склада, пока еще не поздно. За мной, сестры! Смотри, на вышке! Он выполз из укрытия! Снайпер убит! Отлично! После того бетонного заграждения! Шевелись! Вперед! А ну стой! Бросить оружие! Нет, не стреляйте! Кто командир Карим? Это я, Карим. Сообщения дошли. Лейтенант Джон Прайс. Где остальные? Там, впереди. Будь рядом. Ну, пошли. Чисто. Хадир! Хадир! Это химзавод. Он сжигает улики. И пленных. Мы будем пробиваться. Назад! Пошел! Все чисто. Надо их оттуда вывести. Я включу оросители. Открывай дверь, Карим. Сейчас. Помоги! Давай! Хадир! Сильнее! Хадир! Сестра! Хадир, все хорошо. Они здесь. Мы справились. Ты справилась. Переведи дух. Собери выживших и припасы. Мы уходим. Идите на север, не по шоссе. Браво 6, Кобальту 4. Время прибытия? 10 минут. Так, будьте рядом. Быстрее, пока Барков не вернулся за мертвецами. Иди, жди нас. Да, Фара. Ведь он заставит вас заплатить за это. Мы его заставим. Будем готовы. Наши расчистили путь на север. Для лагеря там безопасно. Спасибо. Это начало революции, сестра. Нет, брат, начало войны. Даже на войне вы люди. Помните. Браво 6, взлет через 2 минуты. Лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. Хадир обучен. В команде он или в плену, без разницы. Он забрал газ в Россию, Джо. А помогла ему Аль-Катала. У него ресурсы и возможности. Сложно его в чем-то винить, а? Между нами, да. Но не только в Хадире дело. У нас 2 варианта. Предупредить Москву? Или отплатить России матушке ее же монеты? Погибнет куча невинных людей. От рук агента Запада. Ладно, давай ближе к делу. Что ты предлагаешь? Командировку. Без приказа? Да. Кто еще? Старые друзья. А сержант? Он готов. Я сделаю, что смогу, а дальше вы сами. Оружие только местное. Я разберусь. Отличный тут вид, Николай. Тут одно время была столица. Прежние деньки. Вижу двоих у двери. Внутри еще Аль-Катала. Подъезжай к машине. Следи. Хороший мост. Хрен припаркуешься. Это мясник в желтом. Тот гад из посольства. Газа нет. Хадира нет. Следи за переулком. Заманчиво. Нет, не надо. Мясник выведет на Хадира. Или будет газовая атака. Если это случится, мы будем в жопе. Вооружимся и вперед. Времени нет. Сюда. Сколько у нас? Несколько часов. Или меньше. Не в защите собрал, что успел. Глушители, патроны. Светошумовых нет. Молодцом, Ник. Экспансивный, 30-й. 150 гранов. Твои любимые. Спрячь пока. Встретимся на складе. Понял. Не забудь посылку. Будет сделано.
Я знаю, что ты хочешь поквитаться с мясником. Этого гада, сэр, давно пора закопать. Такой шанс у тебя будет. Но сейчас мясник нужен нам живым. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Неплохо. Это все, что я знаю. Снимем охранников, чтобы они не смогли предупредить остальных. Потом заходим в заднюю дверь. Понял. Стреляем по моему сигналу, не раньше. Рама! Таугон! Спокойно, друг, у нас разрешение есть. Отлично! Николай, прибраться бы. У меня пакеты. Все предусмотрел. Работай осторожно. Мясник выведет нас на Хадира. До тех пор он нужен нам живым. Отлично. Если волк жив, он будет вами гордиться. Если же нет, мы донесем его истину до тех, кто сует нос не в свое дело. Это возмездие. Сегодня боль и страдания познаем не мы. Убейте их! Ты меня понял? Они умрут. Сержант? Я жив, сэр. Цель уходит к реке. Сержант, мясник уходит по мосту. Вы меня слышите? Осторожно, Молотов! Он уходит! Найди проход. Минус три. Не потеряй его. Он бежит к реке. Вот и он! С сотрясением особо не побегаешь. Просто старайся. Машина! Вы кто? Мне же надо знать, куда отправлять ваши головы! Нахер эти говна кусок! Так, у нас проблема. Что? Движок пошаливает. Успокой его! Открывай нас, Кайл, стреляй! Химикаты! В жопе твоей, русский! Ничего ты мне не сделаешь, слабак херов! Перестань, капитан. Топорно работаешь. Ты думаешь, я тебя не помню, сасовец? А ты, сержант? Эй, спокойно! Ты сраный придурок! Надо расколоть этого гада! Сейчас так и сделаем. Николай, где посылка? Сейчас будет, капитан. Иди к Николаю, забери посылку и возвращайся сюда. Сержант Гэрик, посылка в машине. Что это такое? Сыворотка правды. Пожалуйста, это отпустите козырь. Нас! Мы ничего не для знаем! Возможно, мясник передумает. Мама, что случилось? Не делайте моему сыну больно. Мы сделаем все, что вы скажете. Мама. Не бойся. Ты у меня храбра. Куда мы идем, мама? Мы поговорим с людьми, а потом вернемся домой. Я буду ждать. То, что вы делаете, непростительно. Мы не виноваты. Я хочу знать, почему мы здесь. Ты можешь уйти. Останешься.
Я пойду, сэр. Подожди. А мы с Егором? Усади гостей. Уса, Амон! Газ в Кировском театре. Собирай и выходи на связь. Сойдет. Карета подана, она вывезет вас из города. Хадиру Баркова, он хочет его убить. И начать мировую войну. Нет, если мы успеем раньше. Гарик, прикрывай нас. Три, два, один, входим! Полиция, всем стоять! Не двигаться! Развяжите меня, твари мелкие! Развяжите! Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники в безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Вас понял. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй. Впереди пост. Из-за нас? А какая разница? Перекрыто. Что делаем? Шок и трепет. А если не разбегутся? Тогда все полетит к чертям. 3 секунды. Времени полно. Ни хрена себе. Николай нам булки спас. А если погони? Не будет. Босс. Хрена ли мы тут делаем? Мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать, Кайл. Всегда так было. А черту-то мы где проводим, сэр? Где тебе нужно, там и проводишь, сержант. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки. А мир остается чистым. Такая идея. А если у тебя есть сомнения, я все и сам могу сделать. Нет, сэр. Нет сомнений. Отлично. Теперь найдем Хадира, пока он не убил Баркова. Группа поиска. Команда Хадира. Еще ищут. Мы не опоздали. Найдем Хадира, пока он не начал третью мировую в подвале у Баркова. Будь рядом. Все тихо. Значит, Хадир взял все под контроль. Баркова может тут не быть. Считаю, что есть. Если и нет, то будет. Там везде будет Алькатала. Главное наше преимущество — темнота. Прячься и в бой вступай только при крайней необходимости. Если Хадир находится в доме Баркова, то мы обязаны его найти. Стреляют. Пошли. Эти ворота — наша точка входа. Разбей выстрелом лампу. Мы укроемся в темноте. Пошли. Смотровая площадка впереди. Комплекс. Посмотрим, кто там против нас. Что у нас, босс? В главном здании тихо. Есть движение в часовой башне, в церкви и у бассейна. Спускайся. Я поведу наблюдение. Я не знаю, о чем вы говорите! Снимай их.
Действуй. Осторожно, их слишком много. Если что, можешь попробовать скрыться. Ты приближаешься к бассейну. Кажется, у них кто-то есть. Проверь, там ли Хадир. У него может быть Барков. Ищи щиток с предохранителями. Если выключишь свет, у нас будет преимущество. Над бассейном есть окно в крыше. Через него ты можешь попасть к пленнику. Хадира нет, но у них есть пленный. Узнай, что известно пленным. Любая зацепка может вывести нас на Баркова. Мой отец. Сильно досталось бедняге. Еще есть люди у церкви и часовой башни. Я в лаборатории! Давай! Я всю ночь так могу! Хадир не обнаружен. Третий этаж, 4-5-1. Третий этаж, 4-5-1. Его раскололи. Он все время повторяет. Третий этаж, 4-5-1. Это все, что у нас есть. Иди на верхний этаж главного здания. Встретимся там. Захожу внутрь. Иди на третий этаж. Нам надо выходить. Я иду на третий этаж. Понял. Стреляй осторожно, я наверху. Открывай дверь, сержант! 4-5-1. Ты тупой ублюдок, где Барков? Его здесь нет. Семья была. Вы его защищаете? Нет, мы забираем тебя. Пошли. Слушайте, я вам не враг. Я знаю, где делают газ, знаю место. Химзавод Баркова. Да, я его уничтожу. Мы по-прежнему союзники, капитан. Но не так же. Тогда помогите нам, пожалуйста. Помогите моей сестре. Слушайте. Ложись! Это не Баркова! Я знаю выход. Северные тоннели. Ты у меня под арестом, без глупостей! Дверь застряла! Кайл! Дверь застряла! Дальше, дальше! Вижу тоннель! Заперто! Прайс, нужно чем-то ее открыть! Возьми! Открыто! Пошли! Ракета, осторожно! Ну. Соберись, сынок. Собран как никогда. Тогда помоги атаковать лабораторию. Вот уж нет. Тебе теперь крышка. Капитан! Это путь в один конец, ты же знал. Тогда вы поступите как надо, да? Босс, скажите, что мы закончим дело. Понадобится помощь. Получим ли мы ее? Пошел. Капитан, прошу, дайте Фаре планы, скажите правду. Ты сможешь сказать ее всему миру. Мне плевать на весь мир. Я думал о сестре. База вызывает 06. Союзная авиация заходит с юга на 180. Подзывной хранитель 1. Понял. Это Ласвелл. Что ей тут нужно? Чую кровь. Вот, это данные. Держи при себе. Да, сэр. Кому? России. Обмениваем? Отдаем.
Что скажешь, босс? Подожди. Не усложняй, капитан. Переубеди меня. Это война посредников, Джон. И мы все просто пешки. Говори за себя. Передавай. Да, сэр. Хадир твой, данные мои. Что бы ты ни задумал, я помогу. Я позвоню, если что. Я знаю, каково это, капитан. Не в этот раз. Хадира отдали русским. Его убьют? Если повезет. Вы опять спасли свободный мир, капитан Прайс. Хадир нашел завод Баркова в Восточной Грузии. Химзавод? Хотел его уничтожить. Хадир совсем рехнулся. Все мы чуток рехнулись. Не так ли, Алекс? Так точно, сэр. Поможешь? Мы закончим, что он начал. Вы хороший друг, капитан. И явно опасный враг. Но я не лезу за чужие границы, а берегу свой народ здесь, дома. Но иногда лучшая защита — это... Здесь все есть. Планы... Персонал. Ясно. Это может сделать ополчение, не связанное с Западом. И все свалят на террористов? Ведь так? Не зря я вам верила. Если Барков там, он мой. Тайная операция по уничтожению лаборатории Баркова. Там внутри Николая он обеспечит взрывчатку. Два отряда проникнут туда. Мы с Гериком установим заряды на трубах. Фара и Алекс, возьмите у Николая детонатор, заминируйте главный реактор. Как установите заряды, отходите на безопасное расстояние и взрывайте. Ласвелл дала нам поддержку с воздуха, остальное за нами. Бойцы на северной стороне моста. Запрашиваем удар. Вас понял. Тук-тук! Кто дома? За мной! Не отставать! Периметр открыт, Кейт. Мы идем. 3-1, передаю управление ударами с воздуха. Авиация теперь ваша. Понял. Спасибо, Кейт. Контроль у вас, 3-1. Набирайте цель правильно. Отбой. Отряд Эхо! Начнете отсюда! Пробейтесь к Николаю за зарядами! Кейт, маски! Барков может пустить газ. Смотри, рабочий уход. За работу. Пойдем. В угоне, вон там. Алекс, Фара. Николай. Скорее, берите заряды. Взрыв начнет цепную реакцию. Взорвем реактор, пахнет все. Правильно, не потеряй. Зачем помогаешь? Барков позорит мою страну. Это непозволительно. Спасибо, Николай. Отнесу остальное Прайсу и Гэрику. Увидимся на той стороне.
Не помню! Тебе не помню! Готов, здоровяк! Реактор там! Мы уже близко! Фара, у нас проблема! Эхо, я главный, как слышите? Слушаю, главный! Вижу генерала Баркова! Повторяю, он идет к вертолетной площадке! Главный, эхо на подходе к реактору! Ставьте заряды и уходите! Реактор там! Там дверь! Иду! Чисто! Что случилось? Детонатор накрылся. Ну да. Я пойду. И зачем? Поджечь реактор. Ты не успеешь уйти. Я знаю, что делаю. Фара, послушай. Нет, это ты послушай. Из-за этого газа мои люди испытали нечто похуже войны. Я просто не могу теперь уйти. Я не прошу тебя уйти. Только отдай мне приказ. Не отдам. Командир, прошу. Нет, я не твой командир. Ну а кто? Кто-то должен зажечь этот огонь, а кто-то убить Баркова. И то ты не сделаешь. Я выполнял приказы всю жизнь. В такой я могу поверить. Дай мне приказ. Ты борец за свободу, Алекс. А ты лидер, Фара. Дай приказ. Иди. Есть, мэм. Удачи. За генерала. Понял вас, эхо. Пробиваемся к трубам. Отбой. Готов, сержант. Нет теперь правил, да, капитан? Никаких. Но на снайпере и покажем. РПГ, слева! Ясно. Здесь чисто! Браво! За мной! Трубы ведут туда! Работаем! Есть, сэр! Все, ставь заряды! Начинай! Труба сминирована! Твою мать, Парков сваливает! Фара, Николай, где вы? Мне все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Повторяю, Барков улетает! Скажите им, это генерал Фара. Барков! Фара. Меня не будут игнорировать! Мне есть все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Скажите им, это генерал Барков! Меня не будут игнорировать! Фара! Я же говорил тебе, Фара, давно говорил. Твоя страна плодит террористов. Нет! Это за мою семью! Это за Хадира!
Капитан, Барков мертв. Понял. Алекс, заряды установлены? Так точно, сэр. Алекс. Реактор окружен. Я отсюда не выберусь. Закончим дело. Спасибо. Да, мэм. Все чисто, капитан. Понял. Все посты по моей команде. 3, 2, 1. Подтверждаю, цели уничтожены. Молодцы. Алим. Россия матушка одобряет. Куда летим? В Урзыкстан. Домой. Чай? Да, приличного пива. Тут все равно нет. Россия бросила Баркова. Но выбора у них особо не было. Он мертв. Ты неплохо замял нашу проблему, Джон. Пока. Но без присмотра. Нет, нет. Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретно их суть? Спецгруппа. У нас уже есть хвосты. И я их обрублю. Я плачу агентам, а не боевикам. Тогда пей свой чай. Захаеву нужен трон Баркова. Я чуть не закопал его в Припяти с Макмилланом. То был отец. А это сын, Виктор. Славная семейка. Они поклонники Хадира. Это объясняет, почему он еще жив. Хотят вытащить его. Тогда и мне что нужно. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют Газ. Он вроде не спорит. Джон МакТавиш. САС, снайпер, подрывник, кличка Соуп. Почему? Засекречено. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. И не будет. Но остальное... Знать пока незачем. Если не договоримся. Как ты называешь свою команду? 141. Раньше здесь было неплохо. Теперь это в прошлом. Восток и Запад отстроили Верданск после Холодной войны. Аль-Катали это не очень понравилось. Теперь у них бронетехника и тяжелое вооружение. Террористы с танками. Кто у них главный? Кто-то новый. Крутая шляпа. Как зовут? Не знаем, но у него сильные покровители. Это российские данные. Откуда они у нас? От коллеги из Москвы. ЦРУ работает с ФСБ? Не в первый раз. Комаров? Капитан Прайс? Николай? Ты плохо себя вел? Звучит как комплимент. Прошу. Мы же друзья. Это заберут. За мной был должок. Сержант Комаров поможет нам с этой операцией. С этим новым оружием?
Аль-Катала сможет перейти от терроризма к военным действиям. Это проблема для всех нас. Пока не поздно, мы создаем многостороннюю опергруппу для поимки нового главаря Аль-Каталы. Мы готовы. Скажи, что требуется. Без отдела.